Куна сделал, стимас, приедем. Вот запускаем белого Саускалоба, Бельское городское озеро. Сначала ребята привезли малька, сейчас вот привезли уже недомер, это называется, да? 400 килограмм привезли? Так, 400 килограмм привезли. Для тех, кто не знает, это сорт рыбы, который за счет того, когда растет, просто поедает зелень. И это сорт рыбы, который реально очищает воду. Да, он работает как фильтр для воды. Вот такие дела у нас на городском озере Бельце. Очень надеюсь, что это серьезно поможет нашему озеру. Конечно, нужно провести очень много других видов работ, но в целом как бы это очень хорошее начало. Мы будем продолжать это делать. Пока.